Вітаю, в ефірі черговий випуск передачі, яку вже так полюбили наші телеглядачі «Крізь призму». Як завжди, у нас в гостях відомі особистості Херсонщини, директор школи гуманітарної праці Артем Каяновський та заслужений працівник освіти України Віталій Бронштейн. Панове, я вітаю вас. Ну і відразу хочу запитати, яку ж книгу ми будемо сьогодні аналізувати і чому саме цього письменника вибрали? Во-первых, сьогодні, як завжди, в сложні времена, наше государство Украина переживает достаточно непростое время. И очень хочется понимать, что непростые времена, может быть, даже более худшие уже были, и брать то, как люди либо сохраняли человеческое достоинство и в трудных временах, и в самых сложных обстоятельствах, либо теряли его. И второе, как те времена все-таки сегодня отразились на нашей жизни, на нашей культуре, какое влияние имели вот так называемый период, допустим, репрессии и все остальное. То есть мы сегодня говорим про Александра Солженицына. И его книгу «Архипелаг ГУЛАГ». Потому что он оставил достаточно большое наследство, но мы решили вот с Натальей Абрамовичем о том, что именно «Архипелаг ГУЛАГ». Чем самая привабила эта книга? Вот на что звернули увагу? Александр Алексеевич Солженицын – человек, который снял с моих глаз розовые очки. У меня с ним было, в общем-то, три знакомства. Вот так. Первое мое знакомство с ним – это 1976 год. Я нахожусь в армии, ленинаканский погранотряд. И заходит помночтаба Григоренко и говорит: «Ты будешь здесь до вечера, должен прийти начальник штаба, передашь ему этот журнал». И дал мне журнал «Новый мир». Тогда я выпускал в Фордовске, я посмотрел, он ушел, не пришел начальник штаба так, и я потом вечером на всякий случай взял, перевернул обложку, стал читать. Я окончил где-то под утро, это был один день Ивана Денисовича. То, что я там прочитал, я не мог себе представить, я не мог поверить, что такое может вообще быть в жизни. Почему? До этого у меня были такие соображения. Да, есть мир обыкновенный, есть мир преступный. Те, кто совершили какое-то преступление, они садятся в тюрьму. А тут мне показали лагерь заключенных, в котором идет проверяющий подполковник, у него меховые такие полусапожки, и старик жердеобразный, высокий, подтянутый, заключенный зэк с номером, с биркой, метет снег. И не замечает этого подполковника, подполковник останавливается: «Эй, ты! Почему не приветствуешь вольных? Вот посмотрел, подтянулся, взял эту палку и сказал: «Здравия желаю», так, начальник, «здравия желаю», что-то в таком духе. Он говорит: «О, ты смотри, как говоришь, наверное, военный был». Да, был военным. В каком звании? Генерал-лейтенант. Вот это когда я прочитал, со мной что-то, как это, как могло произойти, что люди, такие люди, они отдавали свою жизнь стране. В общем, это было первое знакомство. А второе знакомство было с той книгой, о которой мы будем говорить. Вот у меня она на столе. Это всего лишь один том из трех точно таких же томов. Это «Архипелаг ГУЛАГ». Я сразу скажу, что потому что может быть, люди среднего и старшего возраста знают, а молодежь может не знать. «Архипелаг» – это цепь островов, которые объединены тем общим водным бассейном, общей средой. Ну а «ГУЛАГ» – это государственное управление лагерей. И эту книгу, когда я ее читал, я на нее немножко положил своего здоровья. Каким образом? Так, как самое. Это был 1974 год, я работал на селе директором школы. И по ночам я должен был встать, у меня будильник был поставлен на 4:30 утра. Потому что когда эта передача шла вечером в 8, глушили так глушилки, что радио «Свобода» было не слышно. А вот 4:30, если я просыпался, я тоже включал магнитофон, у меня был магнитофон «Яуза», такой с двумя бобинами. И я записывал передачи, которые читал Александр Виноградов. Потом я узнал, что это не Александр Виноградов, так, но я слушал эти передачи, и я, ну, буквально, я впитывал их всей своей душой, всем естеством, потому что я узнавал ту жизнь, которую я не знал, и я верил в то, что там говорилось. В общем-то, розовые очки были сняты. Третье знакомство, у них буквально два слова, произошло в 1990 году, когда он приехал в Советский Союз,
когда его встречали, Горбачев, когда Ельцин ему дал государственную, за этот же архипелаг, государственную премию РСФСР. И, в общем-то, когда он стал учительствовать и учить всех, как надо жить, это был совсем другой Солженицын. Ну, якраз в цьому році книгу було опубліковано вперше повністю, в 1990 році, так, якщо я не помиляюся? У нас, а так. А до цього вона йшла? В Парижі, так, було секретно? Ну, в общем-то, речь йде, прежде всего, о том, что эта книга, сам по себе Солженицын, сидел. Так. И то, о чем он писал, он знал не понаслышке. Есть некоторые вещи в этой книге, которые написаны, можно их считать, мастерски. То есть речь идет о том, что она рассчитана на то, чтобы человек, который ее прочитал, получил определенное впечатление о самой неприятной, сложной, допустим, тюремной, лагерной жизни. О том, как это происходит. Безусловно, личность Солженицына неоднозначна. У нас очень пытаются назначить кумира. Угу. И эта традиция, в общем-то, абсолютно советская. И в этой советской традиции на смену там Кирову, на смену Куйбышеву пришел Солженицын. А такой человек, который попадал в сложные обстоятельства, и живы свидетели того, что он там, ну, не все было с ним тоже по-разному. Вот, например, я хочу мне один только пример привести о том, он писал о том, как плохо относились к заключенным в плане медицинского обслуживания. Но я вот как-то думал, он сидел в лагере, и у него не было такой, в общем-то, тяжелой. Но тем не менее, у него в то время без ультразвуковой диагностики, без томограмм, врачи лагерные установили онкологическое заболевание, причем рак яичек мужских. Вылечили его, прооперировали, после этого он родил еще двух сыновей и прожил огромное количество лет. Но в то же время, безусловно, есть свидетельства других, тех, кто сидел в лагерях, о том, что как раз за здоровье заключенных могли и посадить, и расстрелять. То есть там была такая тонкая ситуация. То есть его подача материала сложилась под влиянием, допустим, там радио «Свободы» или тех тенденций. И его назначили как главного действующее лицо на тот момент, которое должно было все разрушить. И когда он писал эту книгу, то есть некоторые вещи, допустим, фактические, которые он чуть-чуть там в цифрах прочих, допустим, я учитель физики, я понимаю, он чуть-чуть их приукрасил, напутал, где-то сделал. То есть он увлекся, вот как сказал Тарамович, учительством. Причем таким учительством, но, безусловно, это очень талантливый человек, и, безусловно, меня больше даже интересовал здесь вопрос не о том, как он написал и какие есть неточности, а о том, хотелось бы подумать, что он, пройдя эти лагеря, вышел, писал, сохранил волю и дальше до победы, там уже со всеми недостатками, то есть насколько у человека сильным духом. И насколько у нас там начальник накричал, что-то не получилось, что-то сработает, все, депрессия и прочее. То есть люди, прошедшие лагеря и вообще это выжившие, сохраняющие волю, работающие над собой, вот это, в общем-то, пример жизненной стойкости и борьбы за себя, за свою жизнь. Это очень важно сейчас, когда мы под любыми там, вот, трудностями начинаем плыть. В принципе, его архипелаг ГУЛАГ, а мы не будем здесь говорить о раковом корпусе, мы не будем говорить о августе 14-м, которого у нас практически никто не читал, но почему-то в газетах доярки, там работники села писали, я не читал в августе 14-го, но я решительно осуждаю антисоветизм этого автора, который ненавидит нашу родину, который внутренний власовец и так далее. Эти книги мы говорить не будем. Но конкретно, если говорить о архипелаге ГУЛАГе, что он сделал? Он сделал то, что, может быть, в мире не под силу было в то время никому. Он создал четкое произведение, трехтомное, как я уже говорил. Он его назвал опытом художественного исследования, то есть здесь совмещено и исследование, публицистика, и художественность. Вот здесь ответ вам на вопрос, на утверждение, что у него там есть и ошибки, есть фактические ошибки, безусловно, и цифры в некоторой степени, где надо приглажены, где надо наоборот.
И он показал всю систему, которая держится на наказании, зачастую необоснованном ничем. Он показал систему беззакония, и он, так говорят, вообще-то я читал у специалистов, ну, Зиновьев, например, считал, что 30% краха Советского Союза – алаверды Солженицына. Это то, что он сделал. После того, как архипелаг ГУЛАГ был опубликован за рубежом, в Париже, после этого от нас стали откалываться или вести совершенно свою работу коммунистические партии других стран. Первая это была Коммунистическая партия Франции, потом Италия, это крупнейшая была в мире, там миллионы были людей в этих партиях. То есть стала разваливаться внешняя оболочка этой системы. Система советская имела два как бы уровня. Уровень внутренний Советского Союза и внешний это мировой. После этого уже дальше дни общей системы внутренней, они стали сочтены. Тут есть еще такая вещь. Опять-таки, те его книги я немножко оставлю в стороне. Я не скажу, что я их читал, как те, которые их критиковали. Mm-hmm. Потому что я пытался читать август 14-го и не смог. Раковый корпус, да, какое-то, по-моему, не хочу обманывать не до конца. Так. Но, естественно, я уже сказал первое, что я прочитал один день Ивана Дмитриевича, так это вообще выше всяких похвал, и это настоящее произведение. Но я вам скажу, что главное, что он написал, это архипелаг ГУЛАГ, потому что это было дело его жизни. Вот смотрите, что передавали у нас и что слышали сотни тысяч советских людей, может быть не миллионы, но я знаю, что многие слушали голоса. Вот уже не хватало информации, я маленький прочту абзац того, что звучало. В году в 1949 напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда, замерзший древний поток и в нем замерзшие же представители ископаемой фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, что присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их. Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному смыслу неосторожной заметки. Мы сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей, как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед, как, попирая высокие интересы их теологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались. Мы поняли, потому что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно есть тритонов. Вот это, когда слышалось такое, то это производило большое впечатление. Но еще, что я скажу, с тем, чтобы не забирать много времени в формате нашей передачи, о жизненном плане Солженицына. В принципе, он его выполнил. Его жизненная задача номер один, конечно, в полном объеме, это архипелаг ГУЛАГ. Мы знаем, что это он сделал. Он писал о том, как его в архипелаге ГУЛАГе описаны сотни лагерей, описаны тысячи людей с их непохожими, неповторимыми судьбами, описаны ситуации, коллизии, какие потоки людей туда попадали, каким образом они попадали, как производились аресты, как производились смертные казни, какой был быт этих лагерей, как себя вел командный состав, их жены, насколько это было локализованное, отравленное, протухшее, прогнившее общество. Так вот, у него в этом произведении ощущается именно та задача, которую он ставил перед собой. Он писал, как его арестовали. И он говорил, почему нас арестовывали сотнями тысяч, и мы не кричали. Говорит, почему я не кричал? Меня с фронта привезли смершевцы в Москву, они даже не знали Москвы. Они у меня спрашивали, как попасть на Лубянку, я их вел, я их вывел в метро. Говорит, я говорю, Мы в метро опускались, поднималось много людей, это сотни людей. Я подумал, может закричать, люди добрые, я офицер, я капитан, командир батареи звуковой разведки. У меня два боевых ордена, смотрите, кто меня везет и куда меня везет, за что меня арестовали. Вот я тогда сказал себе так, ну хорошо, я сейчас закричу. Кто это услышит? 300 человек снизу и 200 человек, которые находятся вверху. Нет, если кричать, то так, чтобы об этом услышал весь мир. И вот этот вот архипелаг ГУЛАГ, это тот крик, который услышал весь мир, и который, в общем-то, развалил, начальное звено развала нашей страны было в этом крике.
Знаю, що основою всіх арештів служила саме 58 стаття, так? І що її метою було цього слідства навіть не довести провину людину, а зломити волю людини. Наскільки такі ж страшні приклади він наводить, як катували людей, як, щоб вони призналися в тому, що вони навіть не робили. Як жінок також, дітей і на 10, і на 25 років заарештовували, ні в чому не винних. Там була одна дівчинка, Галя, здається, її в 11 років так засудили на 25 років. Вы знаете, я был свидетелем, нет, я, конечно, это не помню, потому что я родился гораздо после этих событий, но я знаю, в 90-е годы Херсонская областная прокуратура проводила реабилитацию по тем делам, которые хранились здесь. И вот я запомнил дело, когда осудили, я уже не помню там фамилию, район Херсонской области, осудили за самоаборт кобылы. Есть несколько методов, один из них – это устрашение. И вот вся система наказания советская строилась по средневековому принципу, когда человек, который попадал в камеру, он должен был потерять человеческое лицо. Когда, допустим, жизнерадостный парень по какому-то навету начальства или прочему, как говорят, в том мире за ночь в проколотого петуха превратиться и ходить измученной тенью. Сама система делала все для того, чтобы человек терял человеческое достоинство, страх и ужас. Что произошло в результате? Очень много тех людей, которые это видели, вернулись потом и уже после увиденного, даже если это их не касалось, они уже не могли вернуться к нормальной в любом случае жизни. То есть эта система наказания и система подавления делала людей зависимыми, и до сих пор еще очень многие наши люди боятся высказывать свое мнение, боятся критиковать, именно потому, что генетически в течение стольких лет засажен страх. Страх наказания, страх того, что государственная машина тебя размажет. И, конечно, очень удобно бороться с неудобными людьми, привлекая методами милицейскими, прокурорскими, когда есть ужас. И вот сейчас у нас, например, нет, допустим, уголовного наказания, содержания под стражей, например, за экономические преступления. Раньше это было. То есть любой предприниматель, просто потому что его бизнес кому-то понравился, мог оказаться в тюрьме. То есть мы идем медленно к тому, что сделал цивилизованный мир. Но огромное количество, вот мы едем, допустим, в маршрутном такси и слышим. Мы же не слышим, например, как в Европе играет там Вивальди или легкая классическая музыка. У нас очень много что? Шансон. Блатной шансон. Почему? Это как раз вот такое большое количество людей, которые прошли, для которых это близко имеет значение. И вот известный поэт Михаил Танич создал свою группу «Лесоповал». Безусловно, это не в классическом понимании не искусство и не шансон. Это вот то, что люди, которые находились там, выражали, он это апоэтизировал, описал те эмоции и чувства, которые коснулись тех людей, которые отбывали наказание. Наша система наказания во многом настроена на то, чтобы сломать, доломать и устрашить человека, а не исправить его. Поэтому, к сожалению, вот то, что дело Солженицына, которое началось, оно еще не закончено, не закончено в наших головах. Я надеюсь на то, что вот новое поколение политиков, новое поколение наших людей постараются сделать так, чтобы человек на любом этапе следствия, отбывания наказания чувствовал, что государство и государственные органы, его человеческое достоинство держит номер один. И, например, в европейском суде, если против человека выступает государство, обвинитель или прокурор, и где-то нарушено его право на защиту, это отмена, допустим, приговора. То есть мы сегодня должны от Солженицына оттолкнуться и сделать так, чтобы наше государство стало по-настоящему правовым, с уважением личности в любом... Это касается, в принципе, каждого, потому что именно изменив правовую систему государства, чуть-чуть улучшив ее, сделать ее человечнее, гуманной, безусловно, это в первую очередь коснется всего общества. Я очень надеюсь, что вот это произойдет. Маємо також надію.
Маєте ще добавити? В його біографії Солженіцина є одне таке, можна назвати, узке місце. Воно заключається в слові «Вітров». В слові «Вітров». Фамілія Вітров. Дело в том, что в архипелаге ГУЛАГ он писал о том, что его пытались завербовать, ну, местные работники лагеря, и дали ему псевдоним Ветров. Uh-huh. Ну, говорил, что я никогда осведомительством не занимался и никогда ничего не писал. Это он сам о себе написал. Можно себе представить, как в Советском Союзе, как его ненавидели, ненавидело руководство. Он описывал то, что у нас хранилось за 7 печатями. И, в общем-то, началась такая кампания. Это сделал журналист из ГДР по фамилии Арнау. Он выступил первый со статьей о том, что он таки был осведомитель Солженицын, что он писал доносы. При этом было несколько непонятных вещей. Откуда у журналиста из ГДР неопровержимые доказательства того, что Солженицын сексот, это секретный сотрудник, ага, завербованный. Ну и уже потом, когда пала Берлинская стена, стало известно, что он работник Штази. Это их, их КГБ, ага, германского. Так что это понятно. Сегодня исследователи, которые исследуют его биографию, его творчество, говорят, что это нигде не подтверждено. И никаких доносов никто никогда не видел. Во всяком случае. Так что у него чистая биография. Если говорить о Солженицыне, нельзя сказать о другом человеке, о Варламе Шаламове. Он один из тех, который тоже сидел в сталинских лагерях. Он сидел больше 30 лет с перерывами. Он тоже написал ряд вещей. Если бы меня спросили, что для меня более близко, для меня, конечно, более близок Варлам Шаламов. Он не проводил такую научную работу. Он описывал конкретные, очень интересные случаи. О том, как себя ведут люди в экстремальной ситуации, о том, как подлецы ведут себя как герои, а герои становятся подлецами. Он писал о том, что в своей жизни гордиться чем, говорил Шаламов. Я горжусь только одним, не тем, что я хорошо прожил, или хорошо писал, или отсидел достойно. Я горжусь тем, что я не убил ни одного животного. Вот мой отец был охотник, он убивал, а я никогда не поднял руку на животное. Вот на меня это произвело большое впечатление, потому что по молодости так я, мне кажется, мог это делать, а потом только понял, что нельзя поднимать руку на живое. Это большая тема, это крупная глыба Солженицын. Так. Он похоронен в Донском монастыре. Интересно то, что его место последнего упокоения находится рядом с могилой великого историка Ключевского. И, в общем-то, он тоже очень крупный историк. Только если сравнивать с Шалановым, то Шаламов был чистый, абсолютно человек, кристально чистый, без никакого элемента бизнесменства. А у Солженицына немножко это прослеживается. Он умел так построить дело, чтобы от этого получить выгоду. В свое время он был в Вермонте, приехал в Россию, ему там дали шикарную дачу, квартиру и так далее. Он стал учить, как быть. Когда к нему позвонил Ельцин, как быть с Курильскими островами, он задумался и сказал: я исследовал эту тему, они японские, придется нам с ними расставаться. Конечно, он прав на 100%, Россия до сих пор не рассталась, Россия не любит расставаться. Но тем не менее, вот эта вот нотка учительства, которую он говорит, меня что-то вот как-то немножко в этом плане как бы покоробило. Но это, надо признать, весьма достойная фигура, которая вошла в историю всего постсоветского пространства, в том числе и Украины. В рамках передачи мы, конечно, не будем говорить о его последних произведениях, 200 лет вместе, о том, как он учил место Украины. Да, уже, я думаю, что мы на архипелаге ГУЛАГе и закончим. Видите, что это тяжелая книга. Але не варто прочитати. Я не знаю, даже не знаю, стоит ли, потому что есть более легкие, более интересные вещи. Но знать об этом надо. Спасибо. Дякую вам за розмову. До наступних зустрічей в ефірі. Всего доброго.